Андрей посмотрел повтор гола Ибрагимовича и подумал, ну да, это же Златан. 2 апреля 2018 года, 10 часов 26 минут. Футбол, прочие турниры, бывший игрок Арсенала и Барселоны, Тьерри Анри, в настоящее время работающий экспертом на британском телевидении, прокомментировал дебют Златана Ибрагимовича в составе Лос-Анджелес Гэлакси. Это Златан, как он есть. Это объясняет момент с голом, он не обладает выдающейся скоростью, поэтому полагается на технику и уверенность в себе. Когда Ибрагимович забил, кто-то написал мне об этом. Я посмотрел повтор гола и подумал, ну да, это же Златан. Не пытаюсь принизить уникальность этого гола, он невероятный и выдающийся, но это Златан. Он создан для этого, цитирует Анри Sky Sports. Ибрагимович вышел на замену в матче с ФК Лос-Анджелес и двумя голами позволил своей команде вырвать волевую победу со счетом 4-3. Ибрагимович, болельщики хотели Златана, я дал им Златана. Источник Sky Sports. Сообщить об ошибке, комментарий.